бабушей Ольгой, учитель начальных классов. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот мы с вами говорим о том, что хорошо, что плохо. А дети совершают разные ошибки в коллективе, они всегда на виду. Как вы посоветовали, как вы считаете, и, об этих поступках говорить с ребенком при коллективе или все-таки в индивидуальной беседе? Я понял вас. Сам, будучи учителем, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Мы уже затронули эту тему, что ни в коем случае нельзя подавлять ребенка, разрушать его, уничижать его так, чтобы он почувствовал себя волчонком, загнанным в угол. Вот почему педагог должен быть универсалом с точки зрения нравственного воспитания. Если передо мной сидит целый класс, и на меня смотрит 20 пар чистых глаз, то, прекрасно зная о каком-то чрезвычайном происшествии, мальчишка задрал юбку девочки. Или девочка обругала мальчишку самым последним мерзким словом. Или стащили из портфель во время перемены чьи-то нецеломудренные грязные руки 500 рублей. Если передо мной целый класс, то я должен так умело общаться с ним, высмеивая, вышучивая порок, обнажая его нравственную нечистоту, чтобы ни в коем случае не взирать на самого виновника, на Сеньке шапка горит, и предупреждать